Всем привет! Мы с вами продолжаем проходить Tales of Arise. Как-то здесь все мрачновато, но так освети все своей улыбкой. Небольшой разговор наших персонажей. И тут, как мы видим, тупик, но единственное, что перед тупиком, эти постройки не похожи на ринянские, отличаются от тех, что мы видели в запретной зоне. Видимо, таков истинный архитектурный стиль хинганквиллов. Впрочем, все может быть и совсем наоборот, учитывая обстоятельства. Это в смысле, как где-то любят строить из камня, где-то из дерева? Весьма любопытный взгляд. Мне стоит как-нибудь проконсультироваться по этому поводу с Гиверектом 35. Ха. Гиверект 35. У нас с вами заканчиваются что-то очки исцеления. Я вот начинаю жалеть, что не закупились мы с вами расходничками. Как народ очень лихо использует исцеляющие приемы. Ой. Снова Пёсус. А, там есть ништячок в углу. Я думаю, за него, наверное, стоит посражаться. Ну и плюс, опять же, все намекает о том, что это вроде как финальная локация. Соответственно, в какой-то момент у нас полюбас будет бой с финальным боссом игры. И уровни-то нам лишними, наверное, не будут. Как ни крути, да? Поэтому стоит все-таки сконцентрироваться на том, чтобы попытаться не особо не пропускать битвы и подкачаться, насколько мы сможем это сделать. Ну уже... А, черт. Не смог я эту псину довести до экстаза. Просто было бы здорово уже с ней покончить. Ну вот, когда у нее было половина хп. Но псина вертлявая, довольно-таки мерзостная. И все вот в этом духе. Но при этом всем достается. Хотя исцеляющие приемы особо пока мы не тратим. Но тут что псины, что пчелы, все гады. Все полнейшие сволочи. И активно наносят нам урон. Ладно, огненная штука. Вот, причем я боюсь заряжать наш меч, потому что наверняка нам атаку в итоге собьют. Просто заряженным мечом, конечно, можно было бы выбить там много урона. Да? Ну, во-во-во-во-во-во, первый, наконец-то. Наконец-то мы начали добивать хоть кого-то. Лоу, держи его в воздухе. Держи эту дрянь в воздухе, Лоу. Держи, есть. О, у нас получается мега-воздушное добивание. И, кстати, вот этот водоворот очень в тему. Типа враг висел в воздухе, и мы его таким образом снизу поджарили. Так. Давай, Лоу, давай. Сейчас собью. Я сбиваю, и все. И добиваем. Прекрасное планирование, а? О, все. Хорошо. Что у нас тут за это будет? Монеты. Зачем нам в этой фазе монеты? То есть, либо мы найдем какой-то магазин, что было бы странно. Ой. Как всегда. Ну, хотя бы в этот раз 3 штуки. Потому что, когда в прошлый раз их было... Сколько там было? 6 или 7? Мне как-то не по себе стало. А, кстати, катаясь через вот эту штуку, мы, в принципе, с вами можем на халяву получить удары после уворота. Хотя, смотрите, уже хельганквиллы нормально так заряжаются. Ой. Давайте, лунные ронды пошли. Лоу. Вломи. Отлично. Не, ну, пара уровней буквально всем, и уже процесс пошел гораздо бодрее. Ну, либо хельганквиллы измельчали, что ли. Готов. Да, этим вы нас не напугаете. О, 46 уровень. Так, а у нас здесь есть опциональная стенка, но пока у нас все это заряжено, давайте вот с этой тварью сразимся. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, сейчас начнется опять клоунада, бега по кругу, да, вот это все, что мы любим. Но просто обычно большие твари так и делают. Может, он хотя бы попробует с пылка стануть? О, Альфин, полетели. Он, конечно, кастует спелл, но, как назло, этот спелл он кастует мгновенно, ну, то есть его, типа, нельзя сбить. Альфин, давай. Альфин, я держу кнопки. Он что-то пытался меня игнорировать какое-то время. Но не получится. Во. Ладно. А, может быть, Лоу? Ну, Лоу смог вломить этой твари, но мы ее при этом не сбили. Так. Ага, ну, Альфин. О, она побежала, тварюга, да?
А, ну ее уже Альфин, кажется, сбил. Тогда фигачим. Просто по-душевному, беззлобно фигачим эту дрянь. Товарищ. Товарищ Дахалип. Сделайте нам помощь. Слово, давай еще раз попробуем. Альфин, успеешь? А, черт. Оба. А мы увернулись. А мы от этого увернулись. Вот, вот теперь он побежал, гад. Вот засранец. Ладно, ничего, ты у нас получишь за все это. Ой, ой-ой-ой-ой-ой, как же нам досталось-то? Да, досталось так, что Альфин во второй раз разъярился. Давай, Альфин, показывай этой дряни. Ну, нормально. О, спасибо за лечилку. Уф, не увернулся я от этого. Писара, останови. Во, четенько. Четенько сработало, господа. Э, а не могли бы вы, когда вы лечите только себя, как бы юзать неуешные? Ой, Альфин снова завелся. Нормально. Давай, Альфин, ладно. Ну, во. Еще разок на бис. О, и добиваем сразу. По красоте. Прелестно. Тяжелая победа. Ну, что ж поделать. Но зато всего 14 очков навыков. Вы сейчас серьезно? Как-то это грустно. Ладно, шипы. Я не позволю им помешать. Священный кафтан. Этот кафтан дарит божественную защиту, а также, по поверьям, оберегает от злых чар и приносит счастье и удачу. Давайте посмотрим. О, а что это за сгустки? Она ускользает от нас. Хорошо, священный кафтан таки. Чпок. Оу. Оу. Оу, мая. Вот это апгрейд. Вот это был апгрейд апгрейдович. Апгрейд апгрейдович апгрейдов. И даже руда здесь есть. Гляньте-ка на это. Которая пыталась на карте никак на мне это не обрисовываться. Фига себе. Текс. Ну что ж, снова волки, снова летающая мишура, да? Альфин, ну давай попробуем. Я думаю, что это, конечно, все тщетно. Но может быть... Ой, да Халим, не то я хотел сделать. Где эта дрянь? Во, Шион, давай ты. Во, Шион сбил эту гадость. Но, не, не хватит нам силенок, чтобы быстро тут набить это добивание. Но хотя с помощью Лоу, может, мы вдвоем сейчас и успеем. Хотя там какая-то дрянь на Шион насела. Эй. Ну, давайте хотя бы вот эту пчелу добьем, а? Есть. Хотя бы пчелу. И еще одну пчелу. Готово. Оперативно. Хорошо, красиво. С уроном. Так, а, Дахалим нужен для этого. Но, кстати, Альфин может своим мечом... А, черт, надо приземлиться. Во. Дахалим, давай. Во, с помощью Дахалима мы эту дрянь свалили. И успели, успели. Успели не дать ей встать. Я вот о чем. Так, а теперь лунные ронды, я думаю, и все. И все. Но очки исцеления были потрачены, конечно. Потрачено. Так, а панель навыков, что у нас тут? Альфин, 1400. И мы начали с... о! Повышенный критический урон, да. А, девчуля... ну, повышенный урон в воздухе. Давайте сейчас возьмем. Лоу, ничего. А, Шион. Чьон. Чьон. Сокращенно. Ждем. Писара ждет. И Дахалим. Улучшенные исцеляющие приемы. Защита плюс 50. Кстати, нормальный бонус, так что вот это мы Дахалиму соберем. Ну что, псина? Собака сутулая. Поликонтриус. Но мы уже с такой фигней, кстати, сражались. Вот буквально в прошлом. В прошлом эпизоде. Ага. И она вертлявая, да?
О, спасибо. Кто бы эту хилку не пустил, но хилка была очень всем. Ну, точнее, кто бы ее мог пустить, да? С другой стороны. Альфин, а давай ее собьем, а? А то что она тут бегает и вообще вольничает. Вот, Халим, давай. Чтобы не было увертливости больше у этой дряни. Хотя стоило, наверное, подождать, пока она встанет на ноги, чтобы скиллом Дахалима эту фигню сбить. Альфин, уворот. Ну, такой. Как бы формальный лоу. Фигани. Альфин. Альфин, кстати, продолжает свою эту череду летящих атак. Ой. Давайте. Ребят, просто как бы фигарим и все. О. Хорошо, что я не заюзал пылающий клинок, хотя собирался. Сейчас бы был обламинго некий с этим. Ну-ка. На. Так, и нам придется, судя по всему... А, ладно, давайте сожрем ананасовое желе. Альфин. Да. Я вот серьезно, но тут должен быть магазин... Ну, иначе нафига, реально. Либо это задел на новую игру плюс, но для тех, кто проходит игру только один раз, да, и на новую игру плюс не смотрит, как бы получается бесполезная довольно-таки шмотка. Ну, я имею в виду 23 тысячи золотых. Да, это, конечно, деньги, и мы, конечно, должны быть благодарны, но хорош. Альфин, давай. Давай, фигач, родной. Ого. Альфин, сбей его нафиг. Вот так вот его под жопу. Так, ну что, дрянь. Ага, лоу с одним хп, бедный. Ринвел, о, Ринвел его таки подлечила. Кислорода. Интересно, я успел. Хотя это типа не считалось, видимо, мега-выпадом. Ну, ай-яй-яй, ребятушки. Ребятушки, давайте добивать. Пора заканчивать с этой дрянью. А то она задолбала. Ринвел. Вот. Все. Покончено. Так. Да, там Лоу что-то не очень хорошо себя чувствует. А давайте его все-таки, чтобы сэкономить желешки, мощное лекарство. А, все-таки подлечим с помощью, ну, лимонное желе в данном случае, две штуки. Да и Альфин тоже может сожрать. Во. А у нас неплохо этот комбо-бонус набился. Такс. Угу. Снова переход и снова дамы в красном. Вот незадача. И снова чароли. Хорошо, в этот раз 4, но с учетом того, что в прошлый раз мы их сразили вообще в легкую. Кстати, Альфин... А, черт. Короче, главное совсем близко к этим шипам не стоять их. И все будет хорошо, Альфин. Кстати, трех можешь сбить. Но... На трех не поперло? Ну-ка. О, о. О, Альфин психанул там, да? Ай-яй-яй. А подкинуть их... Подкинуть их не судьба. Но мы можем вот... О! Во-во-во-во-во-во-во. Понеслась. Давай, Альфин. Кто ее подкинул? Блин. У нас было бесконечное комбо, которым мы могли эту фигню добить. И кто-то, короче, взял и помог нам, в кавычках. И закинул эту дрянь в воздух. Отлично, первый есть. Ну что, ты готова, дама в красном? Кажется, готова. Черт, она телепортнулась. Неприятно. Уже практически... Ну, ладно, собьем. А, это последняя дама в красном была. Ну или Хельганквилл. О, новые уровни. Прелесть. Что здесь у нас? Что-нибудь из этого мы можем прочесть? Кажется, нет. Тогда остается только в портал. Да?
Ну ладно. Так, пока у нас не закончилась эта штука, добежать до дряни нужно. Успели. Кажется, на последней просто секунде мы успели. Просто всегда приятно с этих дряней получать нормальные бонусы, а не спасибо тебе за то, что прибил, вот тебе ничего. Альфен, поворот отличный, кстати. Поворот прям просто божественный. Альфен? А давайте собьем ее. И, коли мы ее сбили, давайте посмотрим, что нам Альфен может выдать своим лезвием. Лоу. Дохалим. А Кисару пока держим в резерве ее скилл, потому что как только эта дрянь побежит, а она, по-моему, бегает, нам кисаровский скилл поможет сильно. Ай, ай, ай. Не успел я вернуться, кажется. Ай-яй-яй, лоу, бей. Лоу, бей первым, лоу. Ладно, Альфен, давай ты несколько ронда и... И мистический прием все-таки заюзаем. Ого. И сразу же собьем. Че нет-то? Раз мы это можем сделать, то стоит это использовать. И опять у нас с вами очков исцеления. Котик поплакал. О, четенький ворот Альфеном. А второй раз не очень четенький. И не у ворот. Кисара. То, что мы ждали все это время, свершилось. Получай. Да, слушайте, прям на последних секундах комбо все это было. Ну, раз пошла такая пьянка. Виноградное желе, 2800. Альфен, Шион. Так, и ананасовое желе. Хорошо, что у нас хоть очков исцеления 550. То есть, что мы боссов на Дане всех порешали. Ну, не всех, но до кого добрались, того порешали. Все-таки дополнительные очки они дают нам каждый раз, когда мы что-то восстанавливаем. Браслет удачи, шанс выпадения предметов из врагов. Ну, даже не знаю. Ради этого, мне кажется, не стоило тратить очки исцеления. Ну, не сказать, чтобы мы с вами прям фармили врагов на предмет предметов. Предмет предметов. Ну, вы поняли. Хорошо. Очередные наши дамы. Похоже, мы повстречались с чем-то странным. Типа золотой, более сильный, крутой Кильган Квилл. Альфен, Альфен, Альфен совершил мегу-уворот, а теперь давай обилку свою. Вот. Ну, доковырять, доковырять, доковырять. Да. Вот, смотрите, Кильган Квиллов мы уже с вами довольно-таки оперативно доковыриваем. Видимо, все-таки уровни в этой игре значат очень-очень много. Альфен, давай. И сразу я надеюсь, что нам будет доступно добивание. Но сокрушающий удар. А, не, мы просто прибили ту фигню. Ну, а эту-то, я думаю, что со всеми атаками, которые мы по ней кидаем, да, на 50% почти что. Прелестно. О. Так, здесь ничего нет. Ничего. Ну что, псины, здрасте. Уф. Теперь мне жалко, что мы в прошлом бою с вами потратили эту нашу дыхалимку-обилку. Вот, причем странно, да, хильганфилов мы довольно-таки легко прибиваем, а какую-то пчелу приходится ковырять так, как будто это легендарный враг. Во, но зато смотрите, что нам Дахалим тут сотворил. Альфен? Да, с пчелой расправиться оказывается сложнее, чем с хильганквиллами. Но все-таки расправились. А теперь за счет того, что это АУЕ, я так думаю, что достанется всем. И псинам, и не псинам. Ну уже,
быстро. Сина все-таки слишком быстрая. Хотя сейчас Лоу. Лоу выходит на арену. И у него громовые удары. Это явно слабость этих тварей. Шон, помоги. Во, Шон помогла. Щелка отправляется дальше в своем жизненном пути. Так, дохалим. Опа, есть. Большую псину доковыряли, кажется. Да, осталась последняя пчелка. Я думаю, на нее никакие скиллы мы не будем тратить. Просто сейчас вот заколбасим, потому что Тлоу ее атакует. И мы ее атакуем. В общем, хана ей. Вкратце. Угу. О, травушка-муравушка. Отлично. А что мы получили? Красная ромашка. Значительно повышает пробитие. Но Альфину, наверное. Наверное, Альфину. Такс, и вот сюда. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну, здравствуй, ящерка. Причем она одна, но там был еще кто-то рядом, типа, показан. Альфина, может тогда полная комбо покажем? Так. Дыхалим. Ай-яй-яй. Сейчас Шон влетит, кажется. Ни за что вообще. Ребят, вы когда не надо, очень активно юзали эти самые зелья. А сейчас как-то перестали. Нет, не виноградное желе. Ананасовое желе. Да. Да, конечно. Ну, просто когда не знаешь, насколько еще много впереди врагов, и будет ли у нас волшебный круг исцеления перед боссом. Ну и хватит ли нам его, потому что обычно нам не очень его хватало. Альфа, приземляйся. И давай. И фигарим. Фигарим, фигарим, фигарим. Ребят, полный вперед просто. Дыхалим. Не сиди в стороне. Участвуй. О. Предугадали ходы этой дряни. Ай-яй-яй-яй-яй. И получили за это урон. Кисара. Красавица. Вот, Кисара всегда наготове. Она такая, так, тварь побежала, остановить. Прям вообще четенько было. Так, тихо-тихо-тихо-тихо, яд. Лоу. Ава. На. А то раскидалась тут всякими ядами, да? Тоже мне история мировых отравлений. Не-не-не-не-не. Этот фокус не пройдет. Давай, Лоу, добивай. Добивай. Ну, почти. Но он старался. Чего у него не отнять, так от того, что он старался. Опа. А вот так тебе как... А, черт. А Кисара не заряжена. Кисара заряжена. Во, четенько. Ага. Лоу, вломи. И теперь мы вломим. Так, а то она тут опять яд свой начала источать. Угу. Добили. Но тут еще есть котопес. Так. Котопса мы можем в теории пропустить, но рядом с котопсом есть сундучок. Поэтому, видимо, пропускать мы не будем. О, хороший уворот. Прям это... В моем рейтинге хороших уворотов он прям прекрасен. Алло, как всегда, получает урон, разъяряется и пытается что-то с этим сделать. Ну? О! Дохалим, спасибо тебе. Ну, давай, Лоу, ладно. Но сейчас, кстати, был плохой момент, потому что тварюга лежала, а получается, опять же, комбо Лоу, которое традиционно происходит не к месту, оно эту штуку ресетит и как бы дает ей встать. Ладно, давайте вот так сделаем, а? Потому что огненный меч, по-моему, ее должен сбивать. Так. И, по-моему, скилл Кисара нам не нужен, но кто знает, кого мы впереди встретим, поэтому пусть будет, а?
О, Дахалим, сбивай. Черт. Увернулась тварюга. Ну ладно, лоу, вломи. Уф. Нам прилетело. О, даже Ринвилл прилетело. Тут не есть хорошо, кстати. Ладно, Хисара, ты новый скилл сможешь зарядить, если что. Альфин. Ой. Ладно, сбиваем эту фигню. Нефиг. Хорошо, как по ней ветер гуляет, да? Дахалим. Собьешь? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. И у нас с вами уже заканчиваются потихоньку очки исцеления. Даже не заканчиваются, а закончились. Давайте-ка Алоу, который изранен, сменим на Кисару. Хорошо, и мощный удар проведем. Ну что, дрянь, получила? Ну, то есть у Кисары, конечно, нет такого яростного урона, но она может хотя бы не помереть. В то время как Лоу, скорее всего, в этот момент бы слег. Альфен, давай. И давайте, ребятки, полный вперед. Просто никаких ограничений. Забудьте обо всем. Да, они это сделали. Ну, точнее, мы. Ну... Фуф. Еще уровни. Кровь дракона. Что это? Да. Ну что, еще одна ананасовая желе. Так, и, наверное, персиковое желе на лоу. Так. Так. Что-нибудь тут есть? Угу. Очередная опциональная комнатка, но я вот что понял... Ой-ё. Ладно, хвост. Что, все-таки в этих опциональных комнатках иногда, ну, вот, по крайней мере, по шмотке Ринвилл я могу сказать, что там иногда бывают очень годные вещи. Плюс 200 ко всем характеристикам. Это прям было, ну, чудо чудесное. Ну и разъяренный лоу. Как всегда, выводит врага из стана. Спасибо тебе, Лоу. О! Ну, у нас есть мощные исцеляющие приемы. Ой. Ого. Ринвилл, кажется, всем про... А, не-не-не-не-не-не. Отмена. Вот теперь давайте. А давайте все-таки зарядим меч. Сейчас, надеюсь, Лоу нас не прорвет в последний момент. Че я ожидал, а? Лоу прям как подгадывает, сволочь. Такой, ты потратил кучу хп на то, чтобы совершить это комбо? А вот тебе. Все-таки у меня ощущение, что он играет немножко за команду врага. Давай, Лоу. Там пока Альфин свои крутилки делает. Огненный феникс. Правда, кажется, он весь не туда ушел. Альфен. Альфен у ворот. У ворот смерти. Ай-яй-яй. О, спасибо. Спасибо вам за этот лечащий кружок. Кисара, ладно. Раз ты никак особо не участвуешь, давай вот так вот сделаем. Дахалим. Дахалим вышел. Вломил твари. Но я надеюсь, что у нас еще очки исцеления после этого боя останутся. Потому что там нам надо будет с вами стенку проломить. Ой, ой-ой-ой. Пока мы встанем, ничего не можем. Вот если бы Лоу это раньше сделал, он бы нас спас от пары ударов. Ой. Так. О. Оф. Так, теперь Шон тоже в шоке. Ну, чуваки, чуть-чуть осталось. Альфен, сбивай. Сбивай, Альфен.
Отлично, добили. Добили. Фух. Так, и опциональная комнатка у нас с другой стороны. Естественно. Ну ладно. Что-то я не заметил этот момент. Что ж, что на этот раз станет нам наградой? Красная — это всегда шмотка. Уникальная броня. Уникальное творение рук великого мастера. Чтобы явить миру невероятный потенциал защиты, гению потребовался весь его талант и часы вычислений. О, кажется, Кисара сейчас приоденется, да? Ну что я вам могу сказать? Я чувствую себя обманутым, когда нам такую шмотку в награду дают. Но мы почти на выходе. А знаете что, давайте, наверное, продолжим уже в следующий раз. Всему спасибо Мише Лебедеву, Андрею Фиолетову, Евгению Глебу Дахармсу, Просто Эду, Антону Церу, Глебу Сахарову, Юджину, Вольну, Арнакмейту, Алексею Смирнову, Сергею Кайну, Баррату Мадзо, Дарье Кравчук, Вайт Рэббит, Уроки Бальбоу, Кириллу, Алехину, Олд Мимс за то, что продолжают поддерживать канал. Всем вам спасибо, что вместе со мной все еще проходите игру. Финал уже близок. Ну, а у меня на этом все. Удачи, счастливо. Пока-пока. Увидимся.